Почти. Сочный попался. То, что нужно. Это я забираю. Зачем тебе это? Смотри. Это отличный заменитель майонеза. Идеально. Фу. Пора завтракать. О, вау, мыльные пузыри. Какой большой. О, они так быстро лопаются. Ну ладно. Что за волшебный шарик? Я выиграла! Это лучше обычных мыльных пузырей. Нужно нанести немного на трубочку. И дуем. Смотрите! Ого! Как красиво! Теперь осторожно завязываем. Крепко. И пробуем. Пока все хорошо. Не лопается. А теперь настоящий тест. Тык, тык. Восхитительно! Круто! А если потянуть? Вау! Лучше обычных мыльных пузырей. Круто! Что это? Пора лопать пузыри! А этот? Ха! Пока-пока! И ты тоже! Ха-ха! Эй, мои пузыри! Давай поменяемся! Вау! Конечно, спасибо! Спасибо! Как круто! О, вау! Джимми, моя очередь! Нет, это мое! Ладно, ты злой! Где оно? Получилось! Это тебе больше не нужно. О, я сделаю лучше. О, придумала. Мне нужно несколько трубочек и ножницы. Нужны только сгибающиеся края. Теперь соберем их. Для начала их нужно растянуть. Я могла бы это весь день делать. Так круто! Похоже на червяка. Он танцует. Завораживает. Теперь нужно засунуть один конец трубочки в другой. И сделать звено цепи. Идеально. О да, неплохо. Получилось крутое ожерелье. И я сделала его сама. Хлоя, где моя игрушка? Упс. О, кажется, это твое. Кто-то ее сломал. Прости. Спасибо. Вкусно! Пончики! Мои любимые. Свежие. Вау. Так круто. Вкусно. Очень вкусно. Не для Тимми. О, нет. Мне нужно все исправить. О, мой живот. Хорошо, что тут была одежда. То, что нужно. Для начала я разрежу губку пополам. Канцелярский нож отлично с этим справится. Почти готово. Теперь нужно придать ей форму. Уже похоже на пончик. Розовая краска будет имитировать глазурь. Ее понадобится много. И добавим немного посыпки. Похоже на правду. Ха-ха. Круто. Как настоящий. О нет, это для Хлои. Вот. Фу, отлично. Пора перекусить. Пончики. Ого. Пахнет здорово. Что? Что это? Это игрушка. Мне нравится. Крис, он самый красивый парень в школе. Я так его люблю.
О, карандаш! Почему они всегда ломаются? Должен быть какой-то выход. Эй! Не волнуйся! Я тебе помогу! Ладно. Для начала мне нужен белый картон. Я его разукрашу. Чем больше цветов будет, тем лучше. Круто! Пока рисунок сохнет, я промою кисточку. Произведение искусства. Теперь возьмем пакет на застежке и черную акриловую краску. Наливаем ее внутрь. Обожаю эту часть. Закрываем пакет. Отлично. И распределяем краску внутри. Круто! Нужно, чтобы она легла тонким слоем. Без пробелов. Ха-ха, почти готово. Теперь закрепляем все скотчем. В центр помещаем картину. Загибаем край. И заклеиваем. Убедитесь, что все плотно держится. И повторите так с каждой стороны. О, а еще нужна рамка. Для украшения можно добавить единорогов. О, как мило. Теперь Хлоя может оставлять тут секретные послания. Будет очень круто. Одно движение, и все исчезнет. Круто. Это для тебя. Спасибо. Дай попробую. Давай. Отлично. Это ты. Видишь? Серьезно? Очень красиво. Я знала, что тебе понравится. Да, нормально. Сияет. Он большой? Маленький. О, вот так лучше. Сделаем огромный снежный шар. Мне нужна вода. И суперклей. Для начала нальем в банку воду. Ее должно быть чуть больше половины. И добавим клей. Больше. Еще! Не жалейте! Жидкость должна получиться густой. Теперь блестки будут выглядеть так, как будто парят в воздухе. Думаю, этого достаточно. Теперь нужны блестки. Я выбираю фиолетовые. Насыпаем. Уже выглядит круто. Добавлю еще звездочек. Достаточно? Нет, хочу много блесток. Ха-ха! Закроем крышку и попробуем. Вау! Круто! Столько сияния! И они так круто плавают! Больше никогда не куплю снежный шар. Может, я смогу продать этот и разбогатеть? Могу смотреть на это часами. Какой же я молодец! Да? Мило! Одолжу это, пока он спит. Ну же! Отдай! Упс! Какая тяжелая у него голова! Наверное, в ней кирпичи. Серьезно? Я лучше сделаю. Мне нужен пакет и шарики. Сначала заполни его. И последние. Теперь вода. Ее понадобится много. Пакет нужно заполнить до конца. Этого достаточно. Ага, идеально. Закрываем, чтобы ничего не пролилось. Это намного лучше, чем шар с водой. И шарики тут цветные. Круто! Прекрати! А? Что? О, нет! Утечка! А? Что происходит? Это сработает! Стой спокойно! Вот так! Мило! Это ее успокоит! Ага.
Круто! Наконец-то! Может, эти слезы мне еще пригодятся. У меня много трубочек. Для начала я их разрежу. Мне нужна только гнущаяся часть. Растягиваем ее, затем сгибаем. Чего-то не хватает. Точно! Парочки смешных глаз. Теперь нужна цепь из скрепок. Я присоединю ее к трубочке. Вот так. Забавная штука. Поместите ее в бутылку с водой. Закройте крышку. И смотрите. Ха-ха! Если бутылку сдавить, он тонет. А если отпустить, всплывает. Вверх и вниз, вверх и вниз. Гениально! Я пить хочу. Эй! Фу, тут что-то есть. Гадость, жвачка Тимми, фу. Есть идея. Нужно нарисовать монстра. Какая я молодец. Пикассо бы мне завидовал. И кому нужны ножницы? Вау. Мне нужна еще одна такая же деталь. И маленький шарик. Я прикреплю его между двумя частями бумаги. Потом я просто их склею. Надеюсь, будет держаться. Мило. Твоя очередь. И никакого беспорядка. Три маленьких пенька, из которых выскакивают белки. И еще одна. И еще. Обожаю такие игрушки. Они милые. А могут стать еще лучше. Я добавлю воды. Вот так. Ха! Чем больше воды, тем лучше. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Что за... Как много воды. Хоть эта штука сухая. Я покрою ее картоном и заклею снизу. Затем мне нужна голубая бумага. Обведу вокруг. Идеально. Теперь мне нужна линейка. Пара прямых линий. И получился домик. Бум! Вырезаем. Ну что это? Вы все узнаете. Я прикреплю этот шарик. Главное, чтобы он был хорошо завязан. О, желтая крыша отлично сюда подходит. Но у моего друга нет лица. Маркер все исправит. О, какой милый щеночек. Круто, он двигается. Как здорово. Я назову тебя Поппи. О, весело. Интересно, как далеко я смогу? Эй! Что это? Есть идея! Мне нужна трубочка и точилка для карандашей. Из трубочки получится пружинка. Крутим, крутим, крутим. Оу, голова закружилась. Почти готово. Выглядит круто. Особенно, если сделать вот так. Длинные, короткие, длинные, короткие. Что еще с ними можно сделать? Я знаю. Щекотка, щекотка, щекотка. Попалась. Неудачник. Вкусно. Я тоже хочу. Это мое. Ладно. Давай сыграем. Хорошо. Готовься к проигрышу. Готов? Ладно. Для начала добавим взбитые сливки. И побольше. Ты первая. Ладно. 4. Готово. Поехали. 1, 2, 3, 4.
Уфу! Вот это да! Теперь твоя очередь. Ладно. Надеюсь, ты любишь блестки. Буду звать тебя сияющим мальчиком. Ты долго этого не забудешь. Идеально. Волнуешься? Твоя очередь. Ладно. Пять. Была не была. Пять? Да-да. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Нет! Как же много блесток! Они повсюду! Сияющий мальчик! Отличная игра! Здорово! Люблю тебя, сестренка! О, как прикольно! Так хочется его помять! Это так отвратительно и приятно! Закончилось! Точно! Сделаю такой сама! Мне нужно всего пара вещей. Немного клея для желаемого эффекта. Осталось его заполнить. Ха, готово! Моя самодельная версия даже лучше. Это так противно. Мне нравится. Расслабляет. Обожаю этот сквиш. Да и вообще все сквиши обожаю. Только не это. А? Но я же еще не доиграла с мячиком. Это было прикольно, но теперь мне не с чем играть. Мячик пустой и никуда не годится. Но я могу сделать такой же своими руками. Это должно сработать. Кстати, эти шарики можно использовать для любых видов украшений. И, конечно, какой сквиш без блесток. Осталось добавить воды. Ого, этот сквиш будет лучше того, что я порвала. Я влюблена в результат. Какой мягкий, наконец-то. Интересно, и можно ковыряться в носу? Вообще лучше ногтями, но сойдет. Фу! Откуда это взялось? Честно говоря, противненько. Что за... Вот это и правда отвратительно. Почему эта штука так воняет? Надо достать коробку с игрушками. Что ж, давненько я ее не открывала. Что это? Да, то, что нужно. Проводить эксперименты так весело. Я просто обожаю блестки. Теперь берем этот слайм. Смотрите, как тянется. Будет так классно. Надо постараться распределить его как можно равномернее. Еще немного. Ого, как красиво! Мне нравится, как перемешались все цвета. Сделанное своими руками всегда приносит больше удовольствия. Уи! Упс! Этого я делать не хотела. Но ничего, у меня есть еще. Ай! Кто же знал, что слайм может сделать больно из ревности? Тык-тык-тык-тык-тык! Честно говоря, я ожидала большего. Порвалась. Но я знаю точно, как это исправить. А вот и ты. Спасибочки. Куда она делась? Посмотрим. Сначала возьмем все это. Должна признаться, как-то это неправильно. Надо проявить твердость. Как приятно. Похоже на спагетти. У меня лучшие идеи. Это то, что нужно. Посмотрим, из чего вы состоите на самом деле. Это так весело. Милая, печенье. Мэг, веди себя хорошо. Прости, мам. Блин. И это забери. Ай, мам. Уже не терпится. Это съесть. Как это вкусно. Обожаю тыкать эти штуки. Опять? Почему все мои игрушки ломаются? У меня есть идея. Итак, красная бумага есть.
самая лучшая идея! Затем добавляем зеленый элемент, чтобы было точь-в-точь. И вуаля! Практически идеально! Мне так нравится мой новый гаджет! Так расслабляет! Привет, Дора! Да! Ага! Ага! Ого! Как настоящий! О, как классно! Что это? Ага! Мне нравится розовый! Такой красивый! Вырежем кусочек! И вставим в автомат! У меня получится собственный автомат для конфет! Кладем туда сладости! У меня такая крутая идея! Мне нужны две трубочки, чтобы сделать вот это! Вау! Это будет так весело! Я могу доставать их отсюда! Ну же! Какая жалость! Я просто возьму все! О-оу, это нехорошо! Что ж, нельзя иметь все сразу! Обожаю игрушки антистресс! О нет! Придется и это починить! Так, мне понадобится это! Это нам ни к чему! Мне нужен этот красный фломастер! Я люблю рисовать, пусть у меня и не очень получается! А эти сердечки очень даже ничего! Итак, используем их с пользой! Ставим это в центр, вот и все! А? Это так весело! Мой спиннер нравится мне больше старого! Заставим его крутиться быстрее! О, нет, 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 нет! Упс, что поделать? А, скукотища! О, смотри! Ого! А, да, мы это сделаем! Я в деле! Начнем с клея, как показано на видео! Очень надеюсь, что я все правильно делаю. Так, хватит АСМР. Пора. Обменяемся? О, это самый классный звук в мире. Розовый очень красивый. Еще раз. Обменяемся? Девочки, что это за беспорядок? А, это самодельные игрушки. А? У меня тоже есть своя коллекция. О, ну разве не очаровательно?